Всем привет, и сегодня у меня для вас радостные новости, как для любителей ETS-2, так и для любителей ATS. Сегодня в двух наших любимых играх одновременно появится одно очень интересное дополнение под названием Volvo Construction Equipment. Volvo Construction Equipment является одним из ведущих мировых производителей сочлененных самосвалов и колесных погрузчиков, а также одним из ведущих мировых производителей землеройной техники, дорожно-строительной техники и компактной строительной техники. Volvo работает уже более 180 лет и продолжает лидировать в своей области в технологиях и безопасности. И сегодня ECS рада объявить о появлении этого премиального бренда как в ETS-2, так и в ATS. DLC Volvo Construction Equipment включает в себя 5 различных моделей строительной техники из линейки Volvo SE для водителей, которые могут привозить и доставлять по Европе и США эти грузы. Этот пакет DLC будет включать грузовик A25G, это у нас сочлененный самосвал. Это самосвал с сочлененной рамой среднего размера, весом более 22 тонн, размером более 3,3 метров в высоту и 10 метров в длину. Эта машина чаще всего используется в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве и ремонте дорог. Следующая у нас модель SD-160B. Это у нас каток. Как пишут ECS, это у нас уплотнитель грунта, который весит 16 тонн, имеет высоту 3 метра и длину 6 метров. EC220E – гусеничный экскаватор. Это идеальный землеройный инструмент. При весе до 25 тонн, высоте 3 метра и длине 9,7 метра, он используется в горнодобывающей промышленности, дорожном строительстве, гражданском строительстве и так далее. EV240E – погрузчик-экскаватор. Это у нас погрузочно-разгрузочная машина, предназначенная для любых больших и малых работ. Имеет высоту 9,4 метра и вес 28 тонн. Ну и последнее, L250H, колесный погрузчик. Это сверхмощная машина весом 34 тонны, высотой 3,5 метра и длиной 7,5 метров. Это идеальная машина для копания, перемещения, погрузки и многого другого на стройплощадке. Вот такие вот модели различной техники были добавлены в этом дополнении. Вы сейчас видели это все на своих экранах. Сделано, конечно, все очень качественно. Вживую это можно будет посмотреть, но по скриншотам все очень круто. Все лицензировано. Естественно, за это вы платите. Это дополнение у нас платное. Для каждой игры оно стоит по $3. Но если вы играете и в ETS, и в ATS, и там хотите получить это DLC, то ознакомьтесь со специальным комплектом, который сейчас есть в Steam. По сути, можно получить 2 DLC по цене одного. Также из интересного были добавлены 2 новых груза, как для нескромного трала, так и для обычной платформы. Это у нас ковш, но он будет только для низкорамного полуприцепа. Ну и можно перевозить большие колесные шины для этой техники. Это все будет в одном комплекте. ECS гордятся тем, что работают с Volvo Group, чтобы предложить вам эти дополнения. Я очень рад, что ECS работают с компанией Volvo довольно-таки активно. Хотелось бы увидеть, конечно же, как я в недавнем видео говорил, и новую Volvo. Но пока довольствуемся, чем есть. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.